РЭСы знают, что происходит у них в районе или в городе. Знают очень хорошо. Мы же не говорим, они прямые участники. Но говорю вам, они косвенные участники, это точно. А потом, может быть, будет доказано, что прямые участники. Ничего мы не сделаем без Черноморэнерго и без госстандарта. У вас есть нормативная возможность заходить в жилище и проверить, как работает счетчик. Или не работает вообще, а есть подключение. Значит, что-то происходит не так. Мы кого, сами себя обманываем? Из-за владельцев майнинг ферм, неважно в каком количестве, страдает все население республики. Это понятно теперь всем, вот по вчерашнему, позавчерашнему дню. Получили доп, переток. И что, какой толк? Все включили свои аппараты.